Всем привет, друзья! Вы на канале Карабаш Тип 104, я ведущий Евгений, собственно. На сегодня у нас будет очередная модификация для, сука, мать его, Спинтара с Матранера. Это BMW. BMW X, мать его, 6M. Я в шоке, знаете, я в шоке. Я уже на какой-то подобного рода дерьмище смотрел. И я здесь увидел золотую фразу. Доработано. То есть доработано, переработано, мы знаем, как это все дорабатывается и перерабатывается, и, соответственно, нужно на это смотреть, тем более машина-то классная, вот. Давайте мы вкратце посмотрим и прокатимся. Я сегодня поставил свой другой полигон, который мы собирали, естественно, на стримах, когда вышел Madrunner. Так что будем сегодня здесь тестировать, потому что целесообразность данной модели, естественно, она равна нулю для данной игры, опять же. Вот, и я пришел к такому мнению, что нужно поставить на такой полигон ее и затещить. Итак, внешний вид выглядит хорошо. Я так подозреваю, это банальный конверт из какой-то игры. Потому что я не думаю, что кому-то в башку придет ее делать с нуля, естественно. Ну, потому что, так скажем, те, кто занимаются, добавляют в игру Спинтара с данного рода авто, они в угоду, наверное, знаете, своей молодости, они просто не умеют ничем этим пользоваться. То есть программами, которые, профессиональные программы, которые по, для, или по, да, по, короче, вообще, по, для, или по, в общем, лимпопо. Вот, то есть они не очень-то умеют ими пользоваться, и, соответственно, они просто тупо берут какой-то конверт, откуда-то выдергивают эту модель и просто добавляют ее в игру. Итак, внешний вид, глупо что-то говорить, выглядит она хорошо сконверчена, сама 3D моделька. Есть вид из кабины. Да? Во. Есть вид из кабины, естественно, торпеда здесь прищучена. Прищучена, прямо приглажена, прилизана. Да, можно назад посмотреть, в потолке магнитола, текстура магнитола отвратительно просто выглядит. Чушь собачья. Зеркала не работают, сразу минус. Ну, естественно, какой тут может быть минус, если зеркала, в принципе, в игре не работают изначально. Руль крутится, и это здорово. Вкратце, есть один аддон, называется баг. Баг. Установить баг. Аддон. Баг. 600 ремонтных очков. Поставили. Замечательно. Баг. Я вкратце и прочитаю то, что написал автор. Мод BMW X6M. Версия 28.12.18. Короче, работает на последней версии игры, если кому-то это интересно. Рабочий люк на крыше. Солнцезащитный козырек. Высококачественные фары будут еще дорабатываться. В скобках. Это все в скобках было написано. Будут еще дорабатываться. Фары! Какие, мать твою, фары? Игра про грязь. Свои звуки. Колеса свои. Естественно. Вот они. Красивые эти. Просто охуенные. Вот эти колеса. Они просто замечательные. Бак. На 85 литров. Реалистичность. Да. Имеет один свой аддон. Багаж. 600 ремонтных очков. Замечательно. В общем, как-то так. Все, описание на этом заканчивается. И здесь он по скрипту пишет. Доделана задняя оптика до конца. Колеса теперь пачкаются полностью. Подправлен свет, я так понимаю. И управление люком. Какое, блядь, управление люком? Я не пойму. Давайте заведем ее. Свой звук. Я думаю, вы все слышали этот свой звук. Колеса пачкаются. Но они вот, как я по машину поставил, они вот испачкались снизу, и все. Ребята, это игра про грязь. Ну, я просто хочу на минутку напомнить тем людям, которые не в курсе или не догадываются. Это игра, ребят, про грязь.
Понеслась душа в рай. Неудобняк. Неудобно. У меня, знаете, у меня такие впечатления, что колеса квадратные. Вот смотри, если с такого ракурса ехать. Опачки. Нормально так впендюрились. Да, ты видел, колесо загнулось. Клево. А самое главное, камера гнется тоже. Вот здесь. Так. Поехали, разгоняем. Пытаемся, по крайней мере, разогнать. Мне бы ее отремонтить, но я этого сделать не смогу, естественно. Стопэ! Она вот, знаете, вот такая модель, она в принципе нужна для того, чтобы просто угорать на ней. Блокировку дифференциала врубаем и поехали. Я же говорю, что-то с колесами не то. Надо отремонтироваться. Стоять! Не, знаете, вот давайте остановимся. Я кое-что хочу просто сказать. То есть, понимаете, когда ты видишь подобного рода авто, ты понимать начинаешь, что именно хотел автор передать. Ну, в угоду, опять же, в угоду своей молодости. Но, если ты делаешь подобного рода, допустим, автопром для игры, то, блин, это надо как-то... так скажем, ну, обосновывать это, почему эта тачка должна именно здесь быть. Я не понимаю просто, на кой болт она нужна. Ну вот зачем она? Ну вот поставлю я ее на карту. И зачем? Просто так для экспериментов? Ну, может быть, просто так покататься. Начинать свое мододельское искусство. Я не считаю, что это правильно... Начинать с легковушек. Я не считаю, что это правильно. Буду рад ошибаться. Что считаете вы, естественно, пишите в комментариях. Вот. Сама бэха, она неплохая. Я имею в виду конверт неплохой. Но по факту то, что он там пишет, что вот он заднюю оптику доработал. Да на кой хрен она кому нужна, твоя задняя оптика? Я тебя умоляю, дружище. Вперед, подводная лодка. У нас проблемы, Хьюстон. Вперед. Тряпочная. Стопэ. По большому счету, это физический движок, и на нем интересно что-то делать. Но делать что-то полезное, а не делать бесполезную чушь. Добавлять АК, добавлять там какие-то еще легковушки, Митсубу добавить, да, Skyline, например. Но мне кажется, что это, понимаете, это полное говно. Вот. Я думаю, что это полная дичь. Это максимальная скорость, если что. Я думаю, что это полная дичь и место ей на помойке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ставьте дизлайки, кому не понравилось, кто другого мнения. Пишите все свои комментарии внизу под этим видео. Я все читаю. Вот. И, естественно, это все оцениваю. Всем удачи, всем пока. Ссылка на мод в описании. Там внизу.